Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем разговор, начатый в прошлый раз. Мы в целом говорим о принципиальных отличиях между светской и православной психологией. И сегодня мы говорим о том, что знает, какие тонкости развития греха знает православная психология. А светская психология, в свою очередь, грехом не интересуется вовсе. Мы с вами разбираем стадии развития греха. И вот первые три стадии мы с вами разобрали. Это прилог, сочетание, сосложение. Это когда ко мне что-то внешнее прикоснулось, или какая-то мысль во мне возникла, я ее не остановил, не переключился, не отвернулся. Это имело продолжение в виде моей собственной уже душевной работы какой-то. И это привело к греховному повреждению. Сначала на стадии сочетания, а потом на стадии сосложения. Когда я с той мыслью, которая мне была внушена со стороны бесов или с другого человека, или то внешнее впечатление, на котором я задержал свое внимание, оказали такое воздействие на мою душу, когда я перестал сопротивляться этому. Я стал этому сочувствовать, мне это понравилось. Я стал как бы заодно с этим. Это само по себе уже имеет некий сладостный привкус для человека. Ведь мы с вами говорили, помните, что в человеке стремление к радости, к наслаждению, к удовольствию, к удовлетворению, оно является неким таким фундаментальным стремлением из области религиозной потребности человека. Это тоска по утраченному раю. И вот именно на этом срабатывает грех, на нашем стремлении к радости. На стадии сосложения, когда я начал сочувствовать тому внешнему впечатлению, оно мне понравилось. Оно вызвало во мне уже какое-то сладостное чувство. Грех, он всегда имеет некую сладость первичную, очень обманчивую, как правило. И мы доверяемся вот этой иллюзорной сладости греха и продолжаем думать на эту тему, продолжаем задерживаться на этом внешнем впечатлении. И заболевание прогрессирует, оно никогда не стоит на месте. Мы приближаемся уже к следующей стадии развитие греха в человеке. Это стадия пленения. Пленение — это когда человек уже сам себе не принадлежит. Он может осознать, что он в плену умом своим, но его воля парализована. Он уже не сможет этому ничего противопоставить, даже если захочет. Плененный человек — это человек, связанный по рукам и ногам. Его ждет незавидная участь, он знает прекрасно, что он в плену, а у пленного участь очень даже незавидная. Но он ничего не может этому противопоставить. Если человек всем своим умом обратится, вот всеми силами ума, души, оставшимися свободными от греха, обратится к Богу за помощью, то тогда и даже на этой стадии можно прекратить действие греха. Хотя это требует уже известного, ну что ли, опыта духовной жизни человека, известного опыта общения с ним, его с Богом. А в обычном порядке вещей, вот в естественном порядке, когда человек живет просто сам по себе, эта стадия может даже и не отразиться в человеке. Как и в предыдущей стадии, и прилог, и сочетание, и сосложение, он просто не заметит того, как быстро прошли все эти стадии, он не успел среагировать ни на одну из них. И вот пленение. Можно было бы еще что-то изменить, еще не произошла катастрофа, не произошел финал, ради которого все это было. Но на стадии пленения он как будто бы уже и неотвратим. Если какая-то посторонняя внешняя сила не вмешается в развитие событий и не остановит их, наступит финал, который называется страсть. Страсть, то есть страдание. Человек погружается в пучину страданий, душа его начинает максимально страдать, то есть болеть
она получает максимальный вред от тех поступков, действий, которые совершает человек по отношению к себе, по отношению к другим людям, по отношению к Богу, неважно. Это финальная стадия греха, его апофеоз, когда происходит максимум повреждений в душе человеческой. При этом, обратите внимание, сам человек, он и не хочет уже знать, что с ним происходит. Он не хочет видеть реальные картины. А его ум уже поврежден до такой степени, что он весь отдается этой греховной стихии и стремится получить максимум наслаждения от греха. Происходит, как говорят святые отцы, грехопадение. Человек упал. Человек не устоял в своем изначальном духовном состоянии, в котором он был до прилога. Он вышел из этого процесса с тяжелой душевной раной, кровоточащей, нуждающейся в исцелении, нуждающейся в врачевании. Грех свое дело сделал. Человек ранен грехом, он поврежден. Что он будет с этим делать? Да, человек может испытывать после всего, что произошло, все, после того, как действие греха закончилось логическим концом своим, он может испытывать какое-то душевное опустошение. Потому что, как правило, бесы оставляют человека в этом состоянии, предоставляют его как бы самому себе, чтобы он увидел все трезвыми глазами. Как это часто бывает, знаете, по рассказам алкоголиков, когда они после очередной попойки безумной просыпаются и оглядываются по сторонам, не сразу могут сообразить, где они находятся, кто с ними, что это было, почему все в такой грязи, все в таком беспорядке, почему такой отвратительный запах вокруг, какие-то тела валяющиеся, пьяные, спящие вокруг. Это тоже образное сравнение. Вот после греха с человеческой душой происходит что-то подобное. Она как бы остается брошенной и предоставленной самой себе. Для чего? А для того, чтобы человек в себе разочаровался и отчаялся. Чтобы он потерял надежду. Чтобы он поддался на следующую мысль, которую сразу же после этого будут внушать ему бесы. Мысль об отчаянии. Сейчас мы об этом поговорим. Вот так развивается в человеке грех. Эти стадии могут проходить очень быстро. От прилога до страсти может проходить буквально одна секунда. Минута, может быть, час. Но если человек не знает, что с ним происходит, если он не знает, что это развитие греха, и не знает, что с этим делать, он никем не научен, он не способен отличить одну стадию от другой, он вообще не может узнать грех в лицо, он не считает это грехом, тогда он обречен, он будет бесконечно грешить, он будет всегда предаваться своим страстям, жить только по страстям, и ничего другого он себе позволить не сможет. То есть он будет только болеть. Он будет получать одну душевную рану за другой, они все будут кровоточить, и с этим истечением крови, если можно так выразиться, будут вытекать из человеческой души жизненные силы. Даже иногда само желание жить. Человеческая душа опустошается. Опустошается ум, воля, чувства. Человек деградирует. Вот в этом безудержном безудержной греховной жизни человек теряет сам себя, он обезображивается и утрачивает перспективу стать самим собой, достичь своего призвания.
И чем дальше, тем меньше шансов на это у человека. В естественном состоянии человек может узнать в грехе грех только на стадии пленения. До этого все развивается настолько стремительно и интенсивно, что человек не успевает опомниться. А вот на стадии пленения он обнаруживает, что с ним что-то не так. Но на этой стадии уже он сам что-то сделать не может. И, как правило, все заканчивается страстью. А вот узнавать в грехе грех, даже на стадии прилога, когда все только-только началось, даже еще ничего не началось плохого, а происходит только то, что и должно происходить с падшим человеком. Это восприятие мыслей, это внешнее впечатление, которое мы получаем. Человек может уже на этой стадии быть способным узнавать в грехе грех и уже что-то этому противопоставлять. Но это уже дар Божий. Это уже результат общения человека с Богом в церкви. Это уже само по себе признак уврачеванности какой-то человеческой души, ее оздоровление. По слову одного из наших святых отцов, признаком начинающегося душевного здоровья является видение своих грехов, бесчисленных, как песок морской. И нам с вами надо знать еще кое-что, очень важное. Это то, что нам тоже открыто святыми отцами. Есть временная грехосладость. Мы уже говорили, что грех на каждой стадии своего развития, он привносит некое сладостное предчувствие в человеческую душу. Он обещает то, на что душа рассчитывает. Она рассчитывает на радость. Она только этого ищет в жизни. И грех сам по себе, он имеет этот сладостный оттенок, сладостный привкус. Временная грехосладость. И есть бесконечная греха горечь. Когда мы, поддавшись на это сладостное обещание, предаемся этому процессу, и потом наступает состояние опустошения. Вот это некое такое адское состояние души, которому может не быть конца. Вот в этом состоянии, если нас застанет Бог, то есть если нас в этом состоянии застанет смерть, оно будет вечным. Какое бы греховное повреждение мы ни получили, покаяние может залечить любую духовную рану. Именно поэтому Христос и обратился к нам с первым своим призывом о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Покаяние освобождает нас от действия греха, когда бы и в какой бы форме мы его ни совершили. Мы можем изменить свое прошлое, оно перестанет на нас влиять и оказывать на нас вредоносное воздействие. Мы можем остановить покаянием кровотечение нашей душевной раны и уврачевать ее так, чтобы восстановить ее еще в лучшем виде, чем наша душа была. Вот что нам даровано Богом в церкви. Как говорят святые отцы, согрешить — дело человеческое. А вот не покаяться — это дело дьявольское. В следующий раз мы продолжим наши врачебные консультации. Я вам напоминаю, что в моей лекции «Школа православного самосознания», которую я читаю в Екатеринбурге в MP3 формате, вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, код города 343, а также вы можете перечислить средства на строительство нового здания реабилитационного центра «Подвижник» для юношей и девушек, страдающих наркоманией. Подробности на сайте боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!